У меня есть одно предположение, на самом деле. НИП! Сейчас. Подожди. Ты на елке, хуй! На какой еще елке? Подожди, не выходи, зачем ты оттуда вышел? Мне кажется, если бы я был бы, я бы уже слился. Нет, ты там слушай. Же? А перед просмотром ролика расскажу о крутом проекте MyCSGO.me. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду из описания ты получишь вкусный бонус при пополнении. MyCSGO.me. Ссылки в описании. Ола, амигосы, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Кратос, с вами Томас и с вами медалисты. Добро пожаловать, это CSGO CJ Маньяк. Всем привет! Здравствуйте. Всем здорово! Серия получилась веселая, будет много угарных моментов. Желаю тебе приятного просмотра, ну а мы начинаем. Погнали! Погнали. О, новый 2020 год. С наступающим Новым годом! Что, начали, Антон, начали, иди сюда. Начнем. Антон, распаковывай подарки. Подарочки Что тебе выпадает? Меня ХП съели, оглушило. А можно мне ХП накинуть? У меня уже 140 ХП. Повезло тебе. Электрожапоскоп есть. Все, пойдем ныкаться. Повезло. Мы распаковали. Смотри, все подарки. У меня есть 3 световых гранат, одна дымовая и 3 ложных. И 20 лишков. У меня 4 дымовухи, 3 световые. Офигеть, жить можно. А куда сбежать? Яман дом прикольный, а ну. А куда бежать? Я не знаю, когда дом маленький слишком. О, еще подарок. Вот, нашел. И что, нормально? Вот это нычка, погибнычка. Лучшая нычка, погибнычка. Погнали. Эй, CJ! Что тебе надо, уходить? Окей. Иди. Так, Данек, кто первый? Давай, кто первый. Не, я пошел, короче, все. Погоди ты нафиг. Я не играю с тобой в игры. Это первый раунд. Я не знаю вообще, что тут будет. Нафиг, эти игры с тобой. Я пошел. Первый этаж у Антона. Я свалил. Первый этаж. Антон, хочешь сдохнуть в течение некоторого времени? Давай подсказки, Сереж. Сереж? Сережа, нормально. Сережа, Дима, Юра, Сережа. Бля. Ну вас нахер. Мне кажется, это было полное. Антон убежал, молодец. Ну добрая новогодняя серия, молчи. Давайте без этого. А мой тиммейт это NPC, поэтому я буду справляться. Обычно твой тиммейт про тебя говорит, что ты NPC. Что случилось, почему вы друг друга гоните? Это клевета, брат. Нифига себе. А как? А вон он допиздит в лабиринте, сука, пиздобол. Я же говорил в лабиринте. Тебя поймали? Нет. Или почти о. Да он выгорает. Ты куда там опять пошел? Ты мог мне. Я нашел тут кое-что интересное. Сука, где? Он на втором этаже. Слышите? Ой, балабол, он где-то жмет. Данил, ты мудак? Ты мудак? Я ныбачу, кстати, Деон. Он жмет на кнопку. Они, Антон, сиди здесь. Я не жму на кнопки, я реально на улице. Могу тебя кинуть. Вот, слышишь? Хуякс. Ой, бляха-муха. Прыжок. Антон, они здесь лазают. Я знаю. А ты ж мудила привел их сюда. Да куда ты в дом пошел, я не в доме, выходи оттуда. Так. Де. Он не бежит. Я хер знает. Нет, Антон! Новый. Он побежал вокруг дома, побежал. Да хорошо. Еще один грузон. Эй, братан. Вот, думаешь, я вообще дурак, что ли? Антон, сзади тебя. Быстрее ко мне в лабиринт. До свидания. Томасон, мой бро. Хорош. Нормально. Там. Не зря вот я тоже здесь сидел. Сидел. Братан подрубил. А ты мог сказать, что... Оба, в конуру зайдите. Угу, go. Идите в вашу будку, где вы заспавнились. Как вы думаете, где я могу быть? Смотрите, внимательно. Вот ваше предположение. В принципе, у так зайди, кто вышел-то? Заходи, я а именно... А ты прям внутри, что ли? Да, ты можешь как быть, ты думаешь? Ну... Блять, у меня есть одно предположение, на самом деле. НИП! Сейчас. Подожди. Ты на елке, хуй. На какой еще елке? Подожди, не выходи, зачем ты оттуда вышел? Мне кажется, если бы я был бы, я бы уже слился. Нет. Ты там? Слушай. Да. Квантум. Трындец. Да, я топаю, слышите? Я тут еще застрял, ну ладно. 5 секунд, изи, не пойди. Пойду. Не спалил. Все, это победа. Давайте сначала одну половину забираешь, потом я другую. Или как-то в разные стороны идти. Давай. Я вот пойду эту заберу. Хорошо, я эту. Кто, бля, пальцами дрочит? Никто, мы подарки открываем.
Тут попрыгаю, там что есть. О, подсадить же не вариант. Куда? Или вылежит тебя. Да, я тоже хотел так пошутить. Бля, они уже заблокировали. Ты мудак, и я мудак. Вместе мы с тобой один мудак. Короче, они уже спалились, что они на карнизе, походу. Да трындец. А нынче вообще, да, в хате, по-моему, нормальных нету. Слышь, ты можешь не дергаться, не рыпайся. Подлос. Уходи. Да нормально все. Прыгнули. Ты не можешь в стену попасть, я не понимаю, что с тобой. Да нормально все. Они даже попади ты уже в стену из конца-то в конец. Какой этаж? Бля, где они? Ну они... Да хули тут подсказывает, тут карта 2 на 2. Ну больной. Да? Он сам меня нашел. Я реально больной, ты меня нашел. Я тебя нашел. Так, ну, типа... говори. Я искал нычку, нашел медалиста. Я иду, Антон не знает, Антон тоже идет. Я иду. Так, пацаны, мы идем, там... мы идем. Друг... Где он, в смысле? Ты куда делся? Валя. А, понятно. Антон, а что за кабель медалист натянутый красава. Между елками, слышишь? Thank you very much. Что за кабели между елками натянуты? А, они прозрачные, я пробовал. Так, ну они по-любому найдут, где я нахожусь. Простите. Хотя они здесь не знают, никого нет. А ну-ка, медалист, потролли их немножко. Привет. Троллер. Мамкин, блядь. Блядь. Тебе пизда. Пингани. Пингани. Пингану. Так нельзя, чуваки. Да, конечно. Да? А почему вы так делаете? Ну, я не делал так. Ну, мы кидайте в тех, кто делал. Ты делал так, ты убил на гранаты один день. Да, брат. Да, брат, я отошел, блядь, он за клавиатурой сидел. Да. Чуваки, ты разговаривал твоим голосом, да? Пингани. Сука, у меня зависла игра, у меня зависла. Нет, ты, блядь, просто в космосе. Он вышел, это победа. Он решил сдаться. Он испугался маньяка. Блядь, у меня реально опять, сука, зависла эта ебучая игра, короче. Все понятно, понятно, да. Все так говорят. Антон, сейчас я такое покажу, ты офигеешь, пойдем. Сначала подарки. А че я, алло? А что ты, алло? Ты алло. Ты сейчас что просто там, офигеешь там, от того, что я нашел. Там супер тролль, супер. Нет, там супер офигенная нычка. Иди сюда, заходи. Закрывай дверь. Вот он, летает, смотри. Сучок. Я ничего не делал. Да рассказывай мне, ничего ты не делал. Да ну нафиг. Офигеть, да? Пацаны, на второй этаж идите. Идите на второй этаж. Только не знаю, выйти отсюда пока. Ну по углам попрыгают. А, я понял. Во, один на этом, слышь, на карнизе, 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 быстрее. Я не знаю, правда, что залез. А, я упал! Меня бесят эти карнизы, бля, буду. Меня бьют, а я не знаю. Братан, ну как можно на карнизе так ёбнуться, а? Ну, он такой скользкий. Они оба два на карнизе. Привет, медалист. Ай, блядь, ай! Ай, блядь, ай, блядь! А ты чё, дай, Таню гранат. Там жопа. Хуярево. Пока дать. В другую секцию. Сюда иди, Антон. У меня да 7 хп. Сука! Ничего страшного, братан. Кирпичом удолбило, блин. Как, блядь, вы туда попали? Телепорт? Ты издеваешься? Да. Нельзя этого делать. Чего? Нельзя этого делать, брат. Ты как сел, круто. Он умер, твой дружочек умер. Давай, короче, братан, ищи телепорт. Хоть ты мне морду бьёшь. Зачем? Это ни к чему. Это ни к чему. Сзади там бросают. Антон, как ты вышел? Он ничего не может. Антон, ты умер, а не вышел. Смотри, куда ты пришёл. Блях! Чё такое? Хомуха, я думал, это граната. Один с правой стороны. Он съебался. Хорошо, ты его выкурил, блядь. Я испугался нафиг вообще-то сейчас сильно, очень страшно. Да они тебя не найдут, трындец. Мы да, его не найдем. Да, нычка хорошая. Я где-то здесь, а вы где? А вы второй где? Второй этаж. Какой этаж? Второй этаж. О, медалист просто вывалился. Привет, медалист. Я оттуда же вывалился тогда. Да не, беги, срочно. Хорош, разрыв медалиста. Не было его тут. Так. Пацаны, снова идите в ту комнату. Бля, он троллит. Антон, наверное, так клево, да? Сидишь здесь. Спасибо, мне нравится. Че, посыгранки, суки, просрали на меня? Все, я ушел, пока. Бля, братан, давай еще раз ты сюда зайдешь, я гранату кидаю. А у тебя еще граната осталась? Ты до сих конечно, пор не кинул? Конечно, ну, блядь. А, все ради контента. Контент такой прет. Ой, Томас, чистым. Где он? Да ебаный рот, как же заебал. Уйди отсюда! Сука. Нахрен испугался. Где он? Он, блядь, тут сидит, я хотел к нему телепортнуться. Опять? Работает. Он собака тут прям сидит, гномео, блядь. Чё? Бля, давай, ты гномео! Ушлепел! Посмотри в окно. Посмотри в окно. Чё, всё? Посмотри в окно, братан.
Лови. Ебан, я сижу хорошо. Бля, ты сидишь чил, тебе, смотри. Ты просто, бля, Антошка. Вы меня опять напугали. Бля. Ну как туда залезть? Помогите нам, пожалуйста. Ты охренел сейчас вообще вопрос у меня. Металлист, Карахарос. Тихо. А, бля. Суки. Вообще дурею с них. Как так? Надо просто выкуривать, чтобы он ко мне потом... Не, только ты не бей, блядь, бить нечестно. О! Он на карнизе собака! Я нашел это место. На карнизе. Понял, хорош! Да, вот этого давай нычку, не трогай, он еще один есть, красный. Я проебал нычку. Я красного взял, все. Красный петух у меня. Ну ты понял, моя где курица. Нафига ты режешь ее, не режешь? Это моя курица. Ну да, прыгай. Давай эксперимент. Уйди. Зарисовал. Дима! Падла. Это ты за Диму, понял? За Юру тебе и за Сережу. Не я это, вы перепутали что-то. Не плачь по маме. Ой, так, бля. Так, мы через 3, 2, 1. И мы идем на охоту. Ура. Бля, медалист, туби пизда, я тебе серьезно говорю. У меня крутая ныкуха, дядя. Серьезно? Ну, пускай они Тету даже не разоблачили, поэтому... Пацаны! Но он на крыше опять сидит. Снова крышный монстр. Бля... Я в доме. На каком этаже? Нет, медалист на хате. Идите на втором в кровать. Этаже. Нет, идите. Медалист, иди в кровать, да. Медалист. Привет, медалист. Блин, что? Еман! Стоп, Антон. Антон, иди сюда. Вот смотри. Он граффити оставил нам. Антон, есть идея. Девочки, бьемся, девчуля. Я ж тебя сейчас найду. Девчуля. Сейчас ты звездюлей выгребешь. И все, Антон. Ути-пути. А его тут нет, слышишь, что? Ты как кто попал? Ебать, как ты туда, кстати? А его нет здесь. Ты сука, Дима, блядь. Он тебя снежками терроризирует. Да? А ну, кинь еще раз. На. Валя. А как он попал туда? Я прям к нему закинул. Сколько у тебя хп падло? 83. Подожди. Да нет, вряд ли. Так. А почему график не просвечивает? Потому что вот только да тут. Привет, Димоч! Блин, да ладно, серьезно? Он здесь, он освечить сюльдей хотел. Бля, чувак, зачем ты это врубил? Там была крутая ныкуха. А как ты нашел вообще телепорт сюда, медалист-то? Моя нычка была. Давайте, чувак, иди скорее меня. Офигеть, он нашел наш телепорт, разорил его. А, в смысле, какой этаж? Ну, крыше, мне кажется, брат. Я уже просто все углы в доме опрыгал, больше углов не осталось. На крыше. А в какой угол-то прыгать, блин, на каком этаже хотя бы? Я будет? Говорю, на втором этаже я уже все углы опрыгал. Нет, там на улице прыгать нужно, ребят. На улице. Я в доме. Я дам снежком подсказку, если вы на улице выйдете. Может, камин? Я на улице. Вон. Нифига, да врет он. Привет, падла. О, он в часах сидел, Антон! Можно мне хп? Я хочу 150 хп. Я хочу уже пить. Дурачок да жадный. Я вообще тебя не специально ударил. Пиво? Вот. Да хватит. 150 хп, 150 хп! Я не хотел! Сюда, иди нафиг! У меня 79! Охуенная еда. Где мне теперь хп взять? Два раза я порезал. Конечно же это не хп, блин. Я ж тебе ничего плохого-то не сделал, мы с тобой друзьяшки. Хорошего тоже. О, блин, опять не хп. Для да хп где хп ищет. В этом доме найти-то, я не понимаю. В этом доме есть хп вообще? Здесь не хп, есть. Блин. О, еще подарок. А можно мне его? Петухи понятно. Вышли. Где петуши? Они? А, чё? Вон они. Новогодние петушки. Побежали, а? Посмотри. А ты хорош. Ну не палил бы ты это, блед. Так я и так не палю. Так, а вот до тебя там домогаются, Антон. О, здорово. Он на карнизе. Петух, один петушок нажал. Мне жопа. Антон, зачем? Двоебывался. Я упал. Двоебывался. Так, подсказка. Окей. Хотите еще подсказку? Я на улице. Подсказку кину вам. А это что-то шарит. Посмотри, какой хитрожопый. Хитро сделанный. Томас играть научился, кажется. Нет. К сожалению, я проебался. Нету тут никого. Абсолютно. Ты съебался с того места, где я тебя нашел, нет. Да, 100%? Слушайте, пацаны. Слышали? Нет, ты, блядь, вон он топает. Стой, слушай. Стой, Томас. Ну?
Блять, он кнопку нажимает, не? Это не кнопка, это я реально бегаю. Это он лапками перебирает. И где он может оказаться в этот замечательный новогодний праздник? О, мы полицейской тачки! Давай! Прыгай Томас, туда, прыгай туда. Люблю. Это был Томас. Да. Пацаны, посмотрите, там граффити возле вашего бунгало, дома, сарая образовалось. Посмотрите. Ты нашел его, да? Нет, блядь, если бы я нашел, ты думаешь, я перед тебе, блядь, это что, не сказал? Ну, ты часто не говоришь, поэтому возможно. Все возможно, брат. Он над тобой издевается, он тролль. Идите в хижину, пацаны, идите в свою хижину. Короче, это тролляк. Идите оба в хижину, пацаны. В будку вот свою заходите. Выходите из кустов, заходите в дом. Это вам подсказка, пацаны, как вы думаете? Что, какая подсказка? И что тут может подсказать нам, что? В чем подсказка, Рындец. Я не понимаю. Во, там вода, быстрее! Томас, ты даже не видел, понимаешь? Да? Наверх. Давай, беги. Он наверх, ты очень долгий, блядь! Снизу лови. Забей, мне хорошо. Снизу лови. Просто, ошибка, упал! В кустах! Тихо, Антон. В кустах, где ты тут был? Блять, где он? Он просто испарился. Я тут, говорит, ни при чем. Бля, он просто съебался. Ты представляешь, как бывает в этой жизни? Это новогоднее чудо, пацаны, подсказка. Слышите? Бля, это новогоднее чудо. Где ты, блять? Да здесь, я вот еще подсказка. Я в кустах сижу. Да я, блядь, как ебаная коса, все там проехал. Я тоже, блядь. Он не в кустах, братан. Пацаны, идите к елке, я подсказку вам дам. Давай. Ну ты понимаешь, здесь. Оба два к елке идите. 2,5 минуты, брат. Да, я вам хорошую подсказку. Да он ебать на звезде! Ты сказал, что гранат. Только бастал кинул, ну, блядь, примат. А как это здесь, кстати? Спасибо. Шлакоблоком накидается, мурло. Ё-моё. 2 хп, трындец. Это у него чего-то нет. А, у него тайзер без снарядов. Блять. Дай снаряд, я его спеку. Ну, в принципе, ладно. Хорош. Блять, что? А, он гудон прописал. Да, поэтому 16 хп, потому что я год прописал. Давай, добивай его, у меня КС зависло. Опа, блять, такую радость дали. Какую? Ебать ты дурак. Беги, просто беги. Хорош. Где жопа? Да я пытаюсь же убежать. Что за мазафака тут происходит? Я не понимаю, там какой-то тупой телепорт. Убежал нафиг. Да, блядь, какой-то даунский телепорт, блядь, он телепортировал никуда. Вот дурак. Это я поторопился, были поспешные выводы. Ура! Ребят, ну что же, на этом все. Это был CSGO CJ, маньяк против троллей. Понравилось видео, такое с подарками, с елкой. И ставь лайк, подписывайся и не забывай про комментарии, что тебе понравилось. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. До свидания.